В политическую борьбу за кресло главы Чувашии сегодня включился еще один кандидат – депутат Государственного совета республики Константин Степанов. Кандидатуру руководителя фракции ЛДПР в Чувашском парламенте одобрил Высший совет партии. Единогласно поддержали и коллеги на региональной конференции. Членом ЛДПР Константин Степанов является уже 11 лет. Был депутатом Чебоксарского городского собрания, а с 2017 года избран в Госсовет Чувашии. Документы от меня, как от кандидата, были приняты, они будут рассмотрены. Я очень надеюсь, что там никаких недочетов и ошибок выявлено не будет, потому что скрывать нам нечего. Все наши доходы, расходы, все это записано, много раз проверено, потому как являемся не первый год уже депутатами Государственного совета, других органов. Поэтому, думаю, проблем не возникнет, и уже в ближайшее время получим разрешение на открытие избирательного счета.